Алана Мамаева назвала имя предполагаемой любовницы футболиста, занималась проституцией в Австрии. Супруга футболиста Павла Мамаева Алана рассказала СМИ о том, что знает о предполагаемой любовнице своего мужа. Ранее она заявила, что эта женщина станет свидетелем в суде по делу против спортсмена и его друзей, в том числе футболиста Александра Кокорина, устроивших пьяные драки в Москве. Причиной тому, как заявила Мамаева, является тот факт, что именно с этой женщиной ее муж был в ту ночь, когда участвовал в дебоше. Или даже она стала причиной одной из драк. Фото Instagram.com. Олена_Мамаева. По словам Аланы, женщину, которая, как она считает, является любовницей ее мужа, зовут Александра Фомина. В беседе с изданием Супер Мамаева рассказала, что дама живет в Вильнюсе, воспитывает 4-летнюю дочь от распавшегося брака и занимается флористикой. По данным супруги футболиста, разлучница открыла свой цветочный магазин, а с ее благоверным встречается с начала лета и даже летала к нему в Москву. Эта девушка занималась проституцией в Австрии, заявила Алана, не сообщив, откуда у нее такие сведения. По ее словам, мать любовницы мужа якобы науськивала дочь развалить брак Мамаева. «Разводи его, пусть перевезет вас с дочерью в Москву. Вся семья такая и сестра», — добавила Алана. Она также призналась журналистам, что сейчас ей очень больно и она не знает, как пережить предательство любимого человека. В среду, 5 декабря, суд принимал решение о продлении ареста Мамаеву и Кокорину. Алана была в суде и, как могла, отбивалась от журналистов. Как сообщил корреспондент МК, после заседания суда, оставившего дебоширов на Новый год в СИЗО, жена футболиста подошла к стеклу аквариума и долго смотрела в глаза мужу. Тот кивнул в ответ, она покачала головой и покинула зал.